Так, это Юпитер на фоне крыши дома. Вот хочу я вторично уже снимаю. Сегодня 30 июля 2021 год. Харьков. Относительно крыши дома, как движется планета. Ну, то есть, как вращается Земля. 4.57 по Киеву в Харькове. Ну, я даже экваториальные полосы в окуляре вижу. Надеюсь, и вам будет видно. Спутников нам облачность не дают. Ну, облачности как таковой нет, но... А нет, я один спутник вижу. Сейчас у нас Каллисто должен как раз возле Юпитера быть. Да, в окуляр-то мне еле-еле, но видно. А на экране никаких шансов наверняка. Под 45 градусов практически наклоняют, даже больше, экваториальные полосы на Юпитере. Птички добавились. Так, а куда у нас были? Еще мимо этого угла можно снять, да? Как он будет проходить? Ладно, давай, сейчас чуть-чуть я поменяю локацию. Так, сейчас аккуратненько, чтобы... Никому в хату не залезть. Вон он наш красавец. Ну, наверное, это лучшее, что можно при такой дымке настроить по резкости. Вот сейчас крыша опускается на Юпитер. Он 610 миллионов километров сейчас. До Юпитера от Земли
нырнул. Так. Ну тут, конечно, не половинка луния, не половина луния. Такой научный термин новый. Но вполне себе красота. Остренький угол, хорошо. Ладушки. Сейчас успею, может, еще один дубль с Юпитером снять. Там совсем уже тучи нехорошие надвигаются. .03 по Киеву, Харькове, 30 июля 2000.